волшебный огонь же вроде много агра нет генерирует у медведя? Мало очень генерирует. Очень мало. Я просто помню, когда друидом типа начинал качаться, ну это, наверное, на лоу-левеле так, он там, ну, нормально так играет, то есть я спамил волшебный огонь по КД, он, блядь, заебись там генерировал. Ну это, наверное, на лоу-левеле. Наверное. Саня, перебью секунду, а древковая в какой столице учится, никто не помнит? Thunderbluff, по-моему. Громовой стало, это что такое, блядь? Громовой идёт, ну это у Рены, да. Спасибо. А ты чё, Йотан, этим не пользуешься вовхедом? Вовхед, если так понимаешь. Это, короче, наподобие Гугла, только про вов. Там он под актом не под 3.3.5 сделал. Можно меня гуглить эту хуйню, я тут спросил и сказал. Раска, у тебя рейды закончатся, у тебя позднее время. Ложись спать. Книжку перечитай. Да давай я сам разберусь, что мы делаем. Да ладно, вы, блядь, не агритесь особо. Я не могу понять логику людей, блядь, спрашиваю, почему, блядь, чувак один танчит лучше другого, а мне говорят, а ты как танчит, а вообще просто мне с этого охуею. Да Кават нормально танчит, он тогда зашел в мейнрейд. Просто я спрашиваю, блядь, Кават изначально сказал о том, что у него Т5 не работает, ты не понимаешь этого? Причем, блядь, не его Т5, блядь, ты понимаешь это или нет? Ну, блядь, Т5. Вот нормально лес заводит. Он зашел в мейнрейд, когда танчил в тьму, он протанчил с первого раза. Все лезвие он крутил нормально, он знает. Просто люди не понимают, что надо, чтобы ТП ебить вообще до первого лезвия, и они все равно стоят, хуярят за полными бурстами и полным. У него Т5 не проходит, у него нету агра, он туда заходит, считай, с нулевым агром. Все стоят херачат, он 4 раза на себя агро пытался вернуть. Кстати, он хуярит. Он нормально разворачивал, понимаешь? Что я же выжил, например, я пришел 2,5 часа бухал. Я пришел и не сдох на лезвие. Это о чем-то говорить должно, наверное. Кирс, мне такое тебе. Ты же хуяришь? Живу я такую нюх. Живая бомба? Это дотка, которая бьет по 2000? Не-не-не. Блять, как этот моб называется? Который сливает РДД. Зачем ты сразу его хуяришь? Я его не сразу хуярю. Я на него вешаю дотку, чтобы у меня не пропадали стаки. Эта дотка вообще ничего не наносит. Я начинаю бить моба, когда у него уже 80% начинается. Просто то, что мага датая агрогенерация, ну с этим я ничего поделать не могу. На один раз я прожимаю копии, на второй раз мне уже нечего прожать. Там были такие моменты, что я даже когда вот, когда падает метеор, сразу делаю на пул и выбираю макросом таргет его, но при этом на нем уже, блять, агра нахуй набита. Тобой. Подождите, как это магу нечего прожать? Есть глыба, есть инвиз. В смысле, я говорю, я прожимаю копии. Инвиз, во-первых, он там катит 3,5 секунды. За это время моб уже доходит, и уже смысла нет от того, что он пришел. Его ведь помимо меня еще другие люди херачат. Я начинаю бить моба, когда у него 80%. Потому что по-другому я любого там открываю, вообще без разницы. Просто потому что это маг. Типа, а по аддону ты можешь, блядь, посмотреть, сколько ты, блядь, генерируешь игру? Может, ты вообще нихуя там не генерируешь просто? В смысле? Смотри, единственная проблема в том, что после того, как прожимаешь инвиз, у тебя просто вообще ничего не работает. Ты не можешь посмотреть, сколько у тебя агра на том или иной цели. Не, ты в смысле, когда ты таргет теряешь, это понятно. Я про Хуханта спрашиваю, он же может поставить, сколько он, блядь, на пуль, сколько он, блядь, агро создает? А я танки же, блядь. Раска, как посмотреть? Я в душе не ебу, я у тебя спросил, ты не слышал? Нет, не слышал. Ты мне подскажи, как посмотреть. Блядь, посмотри в гугле. Ты, блядь, чересчур такой, сука, умный, нахуй, и пиздатый, блядь. Ты,
мне порой прям я в ахуе нахуй становлюсь, блядь. Потому что, походу, буквы нихуя не понимаешь просто. Иди лучше нахуй я... гайды почитай, блядь. На следующей неделе танковать научишься, нахуй. Мастер-класс покажешь мне, блядь? Научусь. Отвели гайды, я твои буду смотреть. Воет, ты тут? Скинь мой YouTube ссылку, бля, пускай посмотрит. Нахуй, слышишь, я хочу от профессионала, нахуй, ёпта, от тебя. Войт. Как раз Войт профессионал, кстати, играет. Войт, а сколько у тебя подписок на канале? 127 там что-то. Сколько? 127. Блять, ну крути к себе, ёпта, и включи монетку. Заодно в раз, когда будешь смотреть, на Войда подпишись, у него там видосик его заливает. Будешь посматривать. И смотрите, надо 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра. Видос, что у тебя там дохуя, у тебя по-любому. Блять, монетизация от просмотров работает. Какая нахуй разница, что у него он будет не там, накрутит блядь, столько отвода. 4000, блять, подписчиков, если у него будет, а просмотров будет 0. И хули ему это если даст? Если он играл бы что-то другое, то... Блять, просмотров, а не от подписчиков. Блять, ты вот... Слушай, я не хочу на тебя начинать тоже ругаться, блять, месяца два. Я говорю, блять, о кислом, ты меня нахуй вставляешь комментарии о квадрате. Стим бесполезно. Если вот честно, я вот, например, вот, проще том, нахуй посмотреть. Ее включить, а не о том, что, блять, ты это сделаешь, а бабки польют территорию. А так как у него видосы по Warcraft, блять, если тегов нормально не набить, блять, просмотр будет дохуище. Ты не знаешь, как под партнёрка. А еще больше, если ты на Твиче будешь стримить, нахуй, будет не тебе написать. Да ну Твич, ебать, делать. Хуйня, его там забанят через час. Нет, через Твич можно подписчиков спокойно купить. Они обычно подписывают. Там типа яркие моменты, там вот это все они скидывают туда. Яркие моменты, бля. Ну, блядь, игры там. Вот знаешь, это самый яркий момент был, блядь, когда этот бедолага у медведя распсиховался. Просто хуй знает, я у них еще не запомнил, но ты понял, о ком я. Я вот тут квест делаю, вот этот. Души поглотить, там, нечестивости, льда, тьмы. Нахуй там Халеон, ты видел, что говорит перед пулом? Не делай. Ой, ты слышишь, ты танчишь, блядь, тьму. Сам да и так танчу по КД, блядь. Что в вечернем, что в этом, блядь, пиздец. Били бы, блядь, с первого пула, нахуй. Нахуй мозги, блядь. Да у нас пару раз легли не за танк. Блять, ну ты смотри, блять, все пулы люди падали от лезвия, блять, Войт начал пулить, блять, ну там несколько человек умерло, блять. Тоже чисто таких, на, я не знаю, просто, блять, ну по факту, блять, меньше же стали умирать. Блять, ну вот, на одном лезвии чуть не лезвие, когда там пулю разве, я тут, блять, беру, понял, хуйня замедляет, блять, я и лезвие такое в спину дышит, блять, я прям сух из последних сил, блять, там греб, ебать, все на ладошке. Я, кстати, что-то сегодня реально, блядь, вот просто на трех боссах заебался сильнее, чем, блядь, если в дневной рейд сходишь из вечернего. Yeah.
Так что там Редвар хотел рассказать? Останчить Халеона, блядь, он хотел рассказать. Вот мне нахуй. Войт, а ты тут? Mm-hmm. А чё там Маларка досел, надо таунтить, да? Блять, перестает кастовать, да? Или как эта механика работает? Где, в обычке или в гере? В обычке, нахуй мне где. Ну да, когда на платформу... А когда он остановился, да, таунтить надо. Когда он сел, сразу таунт надо, да? Да. Слушай, Войт, а вот у меня, кстати, такой вопрос. У медведя спек билд, в смысле, одинаковый в Т5 и там не в Т5? Ну, вообще, да. Блядь, скинешь там попозже? Ну, да. Я сейчас просто медведя, блядь, качаю. Ну, он же 77-й. Кстати, Кава, ты тут? Кават, прием. Так, кстати, звал пару минут назад. Чё? Он тебя, по-моему, звал пару минут назад, когда ты не откликался. Какой тип?